Тверской области завершается дорожный сезон. 52 километра региональных дорог отремонтировано в Вышневолодском городском округе. 25 сентября представители дорожного фонда проверили отремонтированные участки, а вместе с ними была и наша съемочная группа. Подробности в сюжете нашего корреспондента Натальи Чекет. Дорога Красномайск-Кефирово протяженностью более 23 километров уже введена в эксплуатацию на полтора месяца раньше предусмотренного срока. Ремонт осуществлялся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это единственный путь, который обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и других населенных пунктов района. В 2020 году ремонт будет продолжен также в рамках нацпроекта, и покрытие проезжей части на всем протяжении автомобильной дороги по завершению работ будет приведено в надлежащее состояние. На участке дороги Вышний Волочок-Бежец-Санково работы также уже завершены. Приемочная комиссия на объекте состоится на следующей неделе. На дороге выполнили фрезерование, устроили два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесли разметку. Дорога обеспечивает транспортную доступность северо-восточных районов Тверской области. Долгое время на дороге осуществлялся только ямочный ремонт, из-за чего она пришла в ненадлежащее состояние. Для жителей Вышневолодского городского округа это, конечно, большое радостное событие. Благодаря существующим региональным программам удалось не просто отремонтировать, а положить новое полотно. В июле этого года дорожный фонд региона был увеличен, что позволило включить в программу ремонта несколько дополнительных объектов. В частности, это дорога межмуниципального значения Санкт-Петербург-Гирина. Уже снят старый асфальт и идет укладка нового. Протяженность дороги составляет 25 километров. В этом году отремонтируют 13 километров, а в следующем – оставшийся участок. Для асфальтобетонной смеси используется только гранитный щебень, что позволяет увеличить прочность покрытия. Состав работ. Значит, фрезерование, выравнивающий слой и верхний слой 5 сантиметров. Также обочины, расчистка кустарников. Всего в этом году отремонтируют 339 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Из них 104 по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участие в национальном проекте дает возможность не только улучшить дорожную инфраструктуру, но и повысить деловую активность, мобильность населения региона, создать условия для развития туризма, считает губернатор Игорь Руденя.